По предварительным данным, водитель ехал из Москвы. Здесь решил развернуться, но не справился с управлением. Машина упала на бок. Разворачиваться в этом месте можно, но дорога для такого авто узковата. Тормозной путь – свидетельство того, что водитель пытался изо всех сил вписаться в поворот, но не вышло. Рядом автосалон и мойка для автомобилей. Куда решил заехать водитель грузовика, остается только гадать. По предварительной информации, при повороте налево не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля МАН получил травму, с которой был доставлен в больницу. Травма незначительная, порезался стеклом. Пока ему оказывали помощь, на месте ДТП работали спасатели и госавтоинспекция. Чтобы вновь поставить машину на колеса, понадобился кран. Сама машина пострадала незначительно. После небольшого ремонта авто водитель, если состояние здоровья позволит, сможет двигаться дальше. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».